Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки качественной колеблющейся блесне от компании Namazu. Моделька называется Oracle. Данная блесна имеет длину 79 мм, вес ее составляет 25 грамм и расцветка в данном случае 20. Поставляется блесна на такой вот картонной упаковке. Блесна оснащена крючком от компании Mustad, что довольно-таки отлично при данной стоимости блесенки. Блесна у нас выглядит таким вот образом. Довольно-таки большая блесна. Имеет от головной части довольно-таки ощутимое расширение и ближе к хвостовой части имеет скругление. Блесна очень широкая у нас получается. Имеет такой вот изгиб. Более выражен ближе к головной части, к хвостовой части, изгиб более плавный. Блесна состоит из двух сегментов. Первый сегмент у нас имеет гравировочку в виде таких треугольничков, которые имитируют чешую. Да, также в данной расцветке имеет классный окрас, такое вот голографическое покрытие. Причем одна сторона блесны имеет зеленый оттенок, серединка золотистый. И нижняя часть имеет такой красно-оранжевый оттеночек. Второй сегмент у нас имеет хромовое зеркальное покрытие. Также на втором сегменте имеется две таких вдавленных точки. Создано это для того, чтобы сегменты между собой не соприкасались и не залипали при проводке. Также за счет этих точек имеется такая вот подвижность, условно назовем ее, и при проводке блесна создает шумовые эффекты. Блесна оснащена двумя очень большими заводными кольцами. Кольца из очень толстой проволоки с довольно-таки неплохим по плотности витком. Также установлена имитация плавника, выполнена из непрозрачного красного пластика. Крючок от компании Mustad здесь установлен очень мощный, из толстой проволоки, имеющий черное хромовое покрытие. Также крючок очень отличный по заточке, но здесь все без нареканий, менять его смысла не вижу. Блесна имеет отличные полетные характеристики в безветренную погоду, ветер склонен к парусности. После приводнения блесна довольно-таки эффектно, амплитудно сыпется. На проводке довольно-таки амплитудная игра у данной колебалки, в то же время активная. Блесна, конечно же, подойдет в первую очередь для ловли щуки, ну и в прилове может попасться какой-то другой крупный хищник. Ну, как правило, целенаправленно ловить щуку этой блесной, это самое то. По другому хищнику целенаправленно я бы сильно не советовал применять данную блесну. Блесну можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.